Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Венера, Дэн, пацаны, поздравайтесь. Всем здорово, ребята. Ребята, сегодня мы едем на работу охранять эту пиццерию. Так, давайте я красиво припаркуюсь, выключим фары. Все, пацаны, выходим. Ух, смотрите, сколько здесь аниматроников классных. Блин, крутая пиццерия у нас сегодня. Блин, сколько здесь аниматроников классных. Так, Фокси на месте. Реально стрёмный. Фокси вообще... Смотрите, какой он зубатый. Не боитесь его? Ребята, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Так, давайте посмотрим, что в туалетах никого не было. Так, никого в туалетах нету. А чё-то гусь дохлый валяется. А, это игрушка. Кто-то забыл из посетителей. Так, вроде бы все тихо и хорошо. Давайте здесь посмотрим. А где-то тут есть центральная комната еще охранника. Я не помню, где она находится. Мне рассказывали за нее, но я еще там не был. Так. Ого, здесь еды, пацаны. Смотрите, сколько нам кушать сегодня будет. Офигеть. Я буду хот-дог вот этот ха... Ой. Ой, Венера, твой упал на пол. Да не, все нормально, все нормально. То Дэна. А что они металлические? Это бутафорские. А вот, ребята, это комната охранников. Да самое главное, здесь находятся все данные, датчики. Ого, здесь сколько оборудования. Офигеть. И аниматроники стоят, даже не шевелятся. Так, Фокси стоит. Стоит, все, закрываем двери. Так, пиццерия закрыта. С холодильника можно водичку выпить? Блин, даже воду отключили. Нельзя теперь взять воды. Так, что у нас здесь написано? Это от предыдущих охранников. Так, стоит роспись, что все хорошо. Все было чистая ночь. Все было тихо. Так, эту мы штучку берем с собой тоже в нашу комнату охранников. Будем отметки делать, что тут происходит. Так. Все нормально. Ой, блокнот какой-то тоже металлический. Так, ложим здесь. Вроде бы все чисто, да, пацаны? Идемте на наше рабочее место. Чисто, это хорошо, что все четко. Закрываем двери. Тоже закрывать двери. Кстати, надо проверить, фонарик работает или нет. Ой, фонарик, смотрите, какой мощный. Это мы можем отпугивать. И будет аниматроник нам сюда идти. Если этот хот-дог взял. Оп, хорошо. Я потом тоже себе принесу, но чуть попозже. Так, давайте посмотрим по камерам, все четко. Вентиляция чисто. Это хорошо, пацаны. Так, я вижу, наш охранник там бегает. Так, туалеты чисто. О, а ну помахай, попрыгай. Все, я тебя вижу, нормально. Камеры работают. Прикольно, можешь даже потанцевать. Я пошутил, он танцует. Молодец, красота. Так, дальше смотрим, эта комната чисто. Так, на кухне хот-догов нам хватает. Это игровая площадка, это основная сцена. Все, тачка стоит. Так, все, давайте будем на сцену смотреть. Все, вроде бы четко. А Фредди подвигался. Фредди двигается? О, я вижу. Так, пацаны, начинается какая-то фигня. А уже ж ночь, он начал оживать. Ну они же как, может, сбой программы? А ну пойди посмотри, нормально с ним все? Так, ребята, смотри внимательно. Так, у нас есть другая камера еще туда. Так, вон, пойдет охранник наш. А ну посмотри, нормально с ним все? Доложи обстановку. Вроде да, но он как-то что-то развернулся или честно. Так, ладно, возвращайся. Вдруг у него будет какой-то глюк еще замочить тебя. Так, все отлично. Так, пока они ходят, я их хот-доги похаваю. Пацаны, я вас специально выгнал, чтобы хот-доги ваши похавать. Ой, ой, ой. Да он упал случайно, хот-дог. Смотрите, Фредди уже ближе. Эй, Фредди, ты не чуди. Он идет. Так, будем по камерам смотреть, куда он идет. Так, потихонечку идет. Это что? Может, это просто у них какой-то глюк программы, они просто ходят? Ничего не понимаю. Не знаю. Ой, я его слышу. Так. В туалет пошел, что ли? Туалет? Вот он идет. Че, они срут, что ли? Так. Слышь, он пошел в туалет. Это нормально, что ли? Блин, так. Ну, наверное, да. Смотри, закрыл дверь. Опа, я вижу, охранник наш там ходит. Правильно, внимательно смотри. Только смотри, рядом не подходи, еще друг замочит. А что он там дрыгается? Что он... Ребята, напишите в комментариях, что там сейчас аниматроник делает? Мне даже интересно. Что он там делает? Он головой дергает. Ребята, ну блин, это какой-то стрёмный аниматроник.
Что с ним? Блин, что-то с ним вообще не то. Давайте приблизим немножечко. Он выходит. Ой-ой. Уходите, уходите оттуда. Опа, закрыл двери. Я наблюдаю по камерам, пацаны, за ним. Так. Вот я его вижу. Так, ребята, я пойду посмотрю, что он там делает. Я вижу. Вот он. Он смеется с нас, пацаны. За что? Нет, у него программа развлекательная сработала. Надо, короче, завтра вызвать мастеров, чтобы они посмотрели, что с ним. А все, он завис. Что-то он... Так, я закрываю дверь на всякий случай. Так, давайте еще раз проверим. Так, фонарик очень мощно работает, аж слепит глаза. Так, 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 что он? А, где он? Где он? Я вижу. Вот он идет. Охранники сзади на картофаны ходят. Смотри, чтобы он тебя не замочил. Вдруг он злым станет. Это же, знаешь, сбой программы может произойти. Он идет к тебе. Пошел куда-то. Блин, он вне камер, пацаны. Я его не вижу. Будьте внимательны. Он реально где-то уж... А вот он, все, он ходит. Хорош. Он на кухне идет жрать наши хот-доги. Эй, слышишь, не ешь наши хот-доги. Эй, не ешь. Что он делает? А нам чтобы там кушать? Так, я иду за ним. Хочу посмотреть, что он делает. Хот-дог с пола. Эй, аниматроник. Ну не ешь наши хот-доги. Дайте ему посрать, я влеплю. Осторожно. Да я, видишь... Он злым стал! Беги, быстрей! Так, закрывай дверь. Блин, я боюсь его. А где еще один охранник наш? Он вышел! Так, он идет. Он идет. Вот он! Он идет! Он быстрый! Он быстрый! Так, пацаны, включай фонарик мощный. Он ползет. Да он идет. Он к нам идет? Фонарик! Фонарик! Все, он боится света, видите? Фонарик блымает ему в глаза, у него сбиваются датчики. Так, отключаем фонарик. Блин, ребята, это уже стрёмно, он может нас замочить. Так, если что, мы сможем вентиляцию, да, убежать? Да, вентиляция открыта. Я его не вижу по камерам. Он пропал, пацаны, он пропал. Внимательно все. Операция выполнена. Так, хот-дог на клавиатуру не ложите. В плюс штраф идет, пацаны! Они оживают. О, пойду ему дам покушать. Иди ему дай поесть. Он на столе сидит. Эй, не засирай нам столы. Так, тихонько подходи к нему. А ну стой, подожди, я камеру другую включу. Вот, вот, камера, ребята, есть у нас. Он кушает его? Нет, хот-дог лежит, не пропадает. Значит, он его не хочет. Может, он хот-доги не ест? Съел. Съел. Эй, слышь, все, больше не давай ему хот-догов, ну его нафиг. Он все хот-доги наши пожрет, это плюштрап обжора. Ой-ой-ой, что-то я боюсь, что-то уже время, сука, уже 2 часа ночи. Так, давайте по камерам почекаем. Он на улице бегает! Эй, что ты на улице делаешь? Он нашу машину не угонит? Он машину нашу ломает! Смотрите, что... Эй, слышь, он нашу тачку бьет! Так, я его не вижу. Давайте камеры поклацаем. Может, он уже где-то ходит здесь? Нет, никого нету. А! Другой аниматроник идет. Это мимик? Угон громкий. А! Так, смотрим. Ходит на улицу. Вот. Вентиляция, вентиляция. Вот он. Так, смотрим. Вот он. Нет! Нет! Ё-моё! Я не успел фонарик включить! Так, пацаны, внимательно чекаем его. Так-так-так, его нигде нету. А в игровой, блин, его нету? Вот этого... Так, я в игровой не нету. Я сам не ожидал, что он прибежит, замочит нас так быстро.
Блин, тут столько аниматроников, не понимаю, где настоящий, а где нет. А, вот, Балун Бой идет в игровой. Уже пора обход делать. Давайте я на камеру буду стрелять. Буду ходом. А, вот он. Ну, Балун Бой не убивает, насколько я знаю. Можем спокойно ходить. Так, мне показалось, что этот аниматроник шевелился. Hello. Ой, что с ним? Пацан, что-то его глючит. Hello. Он поломанный, может? Мне вообще тут некомфортно находиться. Я сам боюсь. Прикольный телепиздрик. И куда он идет? Не знаю, давайте понаблюдаем, куда он идет. О, тут сувениры есть, пацаны. Я домой возьму одну себе игрушку. Hi. Привет. Hello. Привет. Hi. Кажись, ему не нравится, что ты не знаю. Эй, он трогает нашу игру! Он забрал мою игрушку! И куда он ее несет? Эй, ты куда игрушку несешь? Отдай игрушку. Дай сюда ее. Я не могу ее выхватить. Я не могу выхватить ее. Я забрал. Так, давайте по камерам посмотрим, где он ходит. Так, он идет и несет игрушку еще куда-то. Так, так, так. Мы забрали игрушку. Он идет на выход, да? Давайте камеру на выход включим. А, он в игровую пошел. Вот игровая у нас. Забрался таки. Песочницу несет игрушку. Так, что он там делает? Он просто играет игрушкой. Идемте посмотрим. Я их боюсь, мне кажется, что все живут сейчас. Блин, ну мне кажется, он немножко двигался. Нет. Где он? Стоит. Он на видео, на ведерко игрушку положил. Я слышу аниматроника. Где-то топает, где-то топает. Где этот челепиздрик? Я не вижу никого. Смотрите, кто там стоит. Он в игровой. Funtime Freddy. А, не, Боня, это стоял аниматроник? Я уже не помню. А ты что, обиженный на горке сидит? Ну не обижайся, аниматроник. Смотрите, у него нету... Пол лица! А, беги, быстрей, беги, беги, беги! Быстрей, 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 быстрей! Да нет, не сюда! Так, ребята, я постараюсь от него убежать. Он меня не поймает. Вот он бежит, так. Сюда. Отлично, сюда. Есть, ребята, я убегаю. Я убегаю, все хорошо. По кругу. Нет, не поймает. Не поймает. Сюда быстрее, в игровую. А, прощайте. Блин. Я думал, меня не увидит, куда я побежал. Блин, ребята, они очень стали злыми. Теперь мы уже не можем просто так выходить. Они теперь мочат нас просто. Каждого, кого видят. И куда бы он ни пропал. Я не знаю, ребята, я все камеры смотрю, но никого не вижу. Пойду на разведку. Подожди, а вот там вот где Фокси открыто, видите? Там же закрыто было, да? Там марионетка. Марионетка? Так ее не было там. Ну дай я посмотрю. И Фокси там. Эй, пацаны, а ну кто не боится, идите закройте шторку, никто не боится? Нет. Иди. Молодец, голова торчит со шторки. Что за бред? Она невидимая стала, пацаны. Я в подвал бегу. Калитка, открывайся. Так, 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 ребята. Она же к тебе пошла. Нет, нет! Она меня не видит. Так, так, так. Фух, слава богу. Так, тихонько. Она ищет меня, пацаны, она не может меня найти. О, блин. Нет. Ее щупальце касается меня. Ух, у нее щупальцы вонючие. Я успеваю! Быстрее! Бегите! Беги! Так, включаем улицу. На улице. О! Машет нам рукой! Это добрые ребята! Он идет. Ой. Так. Я все равно боюсь. Где он? А ну подождите, камеры включим. Вот он! Он хот-дог даже опять украл! Да сколько можно воровать? Я ему дал. А, это ж добрый, он не убьет нас.
Он съел. Пацаны, остался один час до конца рабочей смены нашей. И мы будем уезжать он отсюда. Съел. Сложная ночь, ребята. Очень сложная и стрёмная. Да, о, все, он выключился. О. Зарядка закончилась. Смотрите, как у него прикольно сделана текстура. А ну дай ему по жопе надаю. Бейте его, бейте его. Пусть другим аниматроникам передаст, что нас нельзя бежать. Смотрите, как он грязный, с него пыль идет. Ой. Чисто пыль выбиваем. Он может убивать или нет, я не знаю. Смотрите, что у него с глазами. Покажи, сломали его. У него что-то с глазами. У него что-то с глазами, бегите. Быстрей. Быстрей, быстрей, быстрей. А, я не пролезу сюда. Так, я заныкался. Ребята, это мое любимое место, где я могу заныкаться от них. Вот он. Тихо, сидим. А, нет. Нет, нет, нет. Я его обманул. Быстрее, беги. Он начал меня искать, он знал, что я там сижу. Ой. Так. Вот. Это окно не видно с зала главного. Там просто стена. Я вижу все. Вот он ходит, смотрите. Он идет. Куда запрятаться? Тут нема куда запрятаться. О, ребята, я знаю его, как обмануть. Он махает. Он машет? Я его не вижу. А, вот я его вижу. Он с другим аниматроником общается. Так, ну пока мы не выходим. Все, ребята, нам сейчас главное добежать до машины и уехать. Он идет. Интересно, а куда он идет? Закрой двери. Идемте за машиной. О, шкатулка появилась. Закрывай. Мы придавили шкатулку, теперь можем валить. Нет, я за рулем буду. Садись, быстрее. Как худоги свои бросай. Вот она. Быстрее. Валим. Ай, машина, он колеса пробил. Машина не едет. Ё-моё. Аниматроник нам повредил машину, ребята. Блин, что делать? Так, подождите, подождите. Первая скорость, на всю газу. Есть, я ее давлю. Сейчас я разгонюсь, ребята, я попробую ее сбить. Блин, ее заносит. Ух ты, ё-моё. Машина поломанная. Это жесть. Все, все, все. Валим, валим. Я отсюда не выйду. Может, я застрял. Приехали. Пацаны, машина поломанная наша. Придется выходить. Выходим. Быстрей. О, давайте на крышу по лестнице залезем. Так, отлично. О, вентиляция, мы можем вовнутрь попасть. Нет, никак. Блин, ну как-то же должна быть кнопка, мы же должны как-то вовнутрь попасть. Мне кажется, есть внутри пиццерии кнопка. Вот она стоит. Наша машина целая? Она послала нам машину, мы можем уехать. Это добрая марионетка. Она помогает нам. Спасибо. Спасибо тебе, марионетка. И кланяется нам. Все, ребята, нас марионетка спасла. Наша ночь окончена. Мы смогли, пацаны, прожить. Не забудь хот-дог. Да все уже, он стух. Все, ребята, мы смогли выжить эту ночь. Ей всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Гусанёк, Крейзи Фон, Фрэнка. Пацаны, поздоровайтесь. Здорово. Всем привет. Ребята, сегодня нас вызвали расследовать убийство в пиццерии. Будем смотреть, что здесь произошло. Смотрите, 5 трупов и разбитая военная техника. Никого здесь нету. Ну, с виду все нормально. Это только с виду. Ну, сейчас будем смотреть. Я нашел мертвого охранника в офисе. Иду. Дима, посмотри. Ничего себе, выломанные двери. Нифига себе, здесь что-то очень серьезное произошло. Охранник наш лежит. Опа, смотри, аниматроник. Так, это у нас как заброшенный склад. Смотрите, все разломано и поломано. Автоматы валяются игровые. Офигенная пиццерия, ребята, здесь очень страшно находиться. Маринетка стоит. Ну, я так понимаю, что это просто куклы стоят. Декорация. Надеюсь, да. Они не оживут и не будут нас мочить. Все четко. Ого.
Так, нам дали планшеты, давайте проверим, работают камеры здесь или нет. Камеры работают, пацаны. Сигнал есть с камеры, это хорошо. Так, туалеты. Четко все работает, отлично. Так, будем сейчас все расследовать здесь. Так, что здесь у нас в туалете? А, ну давай. Ребята, уже охранник один обосрался, поэтому все нормально. Туалеты здесь даже работают. Я что-то слышал, пацаны. Туалет? Походу, туалеты. Не-не-нет, какой-то звук, как будто аниматроник был. Ну-ка. Блин, они здесь все поломанные. Так, здесь что у нас? А, жизни уходят, нифига себе, там мороз стоит. И двери закрыть нельзя? Не, все замерзло. Так, а, смотрите. А стоял здесь этот? Подставка с аниматроником? Нет. Я не понял, что за бред. Или стояла? Да не, не было. Дверь-то была закрыта? Ну да. Так, уже что-то творится очень странное. Давайте сюда сходим, посмотрим еще. Так, закрываем везде двери. Мы тогда будем слышать, если кто-то будет открывать двери или закрывать, мы будем сразу чекать. Вот опять стоит, смотрите. Да как оно здесь появилось? Оно же стояло только что здесь. Что за фигня? Может, галлюцинация? А фигня, такое может быть у нас? Я это запишу. А ну давайте сейчас отойдем. Так, записываю все. Рапорт. Давайте зайдем за угол и зайдем опять посмотрим. Изменит оно свое местоположение или нет? Так, а ну идем посмотрим. Да! Ух ты. Реально изменило свое местоположение. Это очень странно. Так, а ну давайте посмотрим на всех аниматроников. Они здесь точно не живые? Что-то я уже боюсь здесь находиться. Знаете, все резко оживут и начнут нас мочить. Это будет очень плохо. Я нашел место, где спрятаться. Это хорошо, где покажешь нам его. А где он? Он пропал. Где эта штука? А где она? Ну, это тоже плохой знак. А ну покажи, где можно запрятаться. Ну, тут место на двоих только. Нифига себе, здесь все разрушено. Так это могила, ты нас в могилу привел? Нет, что-то я не хочу. Давайте крышу обследуем. Да. Тут ничего обычного. Да, все спокойно. Ни в крови, ничего здесь нигде нету. Аниматроник бежит! Аниматроник? Опа. Я видел его, он бегал. Давайте посмотрим. Вот аниматроник стоит! Ты видишь, как Фредди? О, вы видели, он исчез? Да что за бред здесь происходит? Что... Вот он! Закрывай двери! Бегите! Быстрее! Пацаны, давайте все в кухню! Быстрее, закрывай двери! Закрывай, закрывай! Так, включаем планшет и смотрим по камерам, где он находится. Вот он ходит по главному залу, пацаны! Вот он стоит. Так, давайте другую камеру включим. Где он? Вау, сзади! Ё-моё, быстрее! Бегите! Так... Тут дверей нету. Пацаны, мы что, здесь умрем сейчас? Ни за что. Так, закрывай дверь. И здесь закрывай дверь, быстрей. Так, включаем камеры, где он ходит, смотрим. Вы... Главный зал нету. Коридоры пусты. В туалете нет никого. Игровой зал тоже чисто. Я его слышу. Слышите? Только молнию слышу. Как будто кто-то рыгает. Ну что, дверь умеет открывать? Да вроде бы нет. Я слышу, кто-то что-то открыл. Вы думаете, он здесь за дверью? Я не хочу проверять. Или здесь за дверью? Может, ему кекс дать, он подобреет. Проверь. Ой, иди дай ему кекс, мы посмотрим. Откройте дверь. А, иди. Иди, а мы будем закрывать двери. А я буду по камерам смотреть, как он умирает. Вот он в туалет пошел, смотрите. Он пошел ссать. Аниматроники ссут, что ли? Походу кекса. Что он будет делать? Он в туалет? Он рыгает? Я не знаю. У него голова болит. Он очень страшно, ребята, выглядит. Очень стрёмно. Давай ему кекс. Положи ему. Давай, давай. На, поешь. Не боишься его? Закрой дверь ему в туалете. Посмотрим, может дверь открывать или нет.
Так, отлично. Сиди, беги. О, я слышу этот звук головы. Он щелкнул головой. Он починил себя. А нет, он упал. Он ползет. Насколько он сильно разрушен, что он даже ходить толком не может. Так, и что, он просто лежит? Он отдыхает. Да что это с ним? Такие звуки громкие издает он. Так, внимательно смотрим, что он будет делать. Выходит. Он умеет открывать двери, это очень плохо. Он двери может открывать. Я вам все это... Так, я кавацию камеры проверяю, где он может еще оказаться. Так, здесь его нигде нет. Главный зал? Я его слышу. Бежит в комнату охраны. Он тут. Вот он. Так, он пошел в какую-то коптерку. Пацан, он нас ищет. Он ищет нас. Блин, он скоро к нам придет. А как нам его обезвредить? Нам же не выдали оружие, ничего. Он здесь? Ё-моё, ребята, я испугался просто, жесть. А вот что это за комната за стеклом вот тут? Ой, давайте ее обследуем. Это же по трупу будем сейчас ходить. Бедный. Коврик. А что здесь вообще находится? О, пасхалочка. Это что там? Автомат? У нас автомат ходит. Какой автомат? Вот. Давай поиграем в автомат. Давай поиграть. О, давай. А я не умру от этого автомата? Ну, вроде нет. А он не работает, я нажимаю все, просто синий экран. Синий экран смерти? Ну не работает он, пацаны. Опа! Ой! Ну что такое? А ну подальше отойдите. Что дальше? О, вылазит аниматроник, смотрите! Быстрей! Быстрей! Блин, ребята, это страшно! Я заныкался. Бежит. Очень хорошая нычка. О, сюда? А! А это просто испугало нас, мы живые! Да. Так, ребята, я пока здесь запрячусь, посмотрю по камерам, где он ходит. Так. Вот чисто. Так, туалеты чисто. Главный зал. Вроде бы чисто. Я вижу, как ты там прыгаешь. Так я не вижу никаких аниматроников. Движений никаких не вижу. Значит, она пропала. Так, отключаем камеры. Пацаны, нам расследовать надо. Они танцуют. О, смотрите, что это? Подарок. Она именинник, открой подарок. Ну, да, что это за стрёмная шкатулка? Я вообще не понимаю. Нет, ты куда? А что, это нормально? Законно, что она ползает? А ну, давайте посмотрим, куда она нас ведет. Давай. В холодильник? Так мы умрем там. Ты мне кастрюлю хочешь подарить? Да, все, забирай. Заходи. Куда ты идешь? Только ты умрешь, у тебя жизни кончаются. Ты сейчас сдохнешь. 5 хп. Блин, и дверь закрыть не могу. На. Быстрей! Маринетка вылезла. Так. Сральник. Я в туалет. Давай, 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 закрывай двери. Так, давайте по камерам посмотрим, где она. Так, чисто. Она в другой туалет заходила, смотрела нас. Она ищет нас. Будьте внимательны, пацаны. Такая тишина, все слушают. Я хотел выбежать. Он кидает мне скример. Я ничего не вижу, а я могу ходить с этим скримером. Ой, у меня сейчас сердечный приступ схватит, ребята. А, она вот здесь. А, быстрее, беги. Я на улице, пацаны. Я попробую в пиццерию попасть через окно. А ну. Есть, можно доски разбивать. Все, пацаны, я внутри. Шарик летает. Шарик летает? Ребята, это очень страшная заколдованная пиццерия. Что-то здесь творится реально неладное. Что за фигня? Почему шарик летает сам по себе? Ну, может, ветром дует его. А куда он нас ведет? Так, внимательно следим. Шарик. Так, до Фредди прилетел. Что это значит с Фредди? Может, это его дух? А, смотрите, Фредди шарик держит. А, точно. Ого. Что там уже? Так, полетел дальше. Идем.
Куда он нас ведет? Лопнуть хочется. Ну, мы, наверное, не сможем его лопнуть. Как будто так. Он хочет тайну какую-то рассказать. Может быть, да, какая-то фишка здесь, секрет есть. Да, охранника нас ведет. Это он показывает, что мы будем как охранники? Типа мы следующие? В руку шарик ему положил. Так, я отойду подальше, что-то мне страшно, пацаны. Он видит дальше. Не хочу за ним идти. Балунбой вылез. Это была ловушка. Это была реально ловушка. Ай-яй-яй, поймал. Но он кидает только скримеры, мы живые остаемся. Да чисто пугает. Получается, всех охранников он здесь не убивает, а запугивает до смерти. Фу, блин, это пиццерия странная. Я первый раз такое вижу. Надо будет сюда вернуться с оружием. Он стоит над трупом. Кушать может? Не знаю, он просто смотрит на него. Подойдите, посмотрите. Никто не боится. Он его ударил ногой. Ой. Опа. Он сейчас где-то появится, может, в любом месте. А нет, он вернулся назад. Белый шарик уже. Может, он на пинки работает? Может быть. Я хочу это сфоткать. Он ему в руку дает шарик. Все, я это запомнил. Очень странная пиццерия. Опа. Все, пропал шарик. Так, выходим. Сидит аниматроник тут. Где? Тут что? Не было раньше. Где? Идем посмотрим. Ёшкин кошкин. Его точно не было здесь. Как-то я его немножко боюсь. Постой здесь в сторону. Он оживает. Побежал за нашим. Быстрее, все на улицу, быстрее. Бежим. В тачку садимся. Блин. Поехал. Машина давай. Не едет, она поломанная. Что такое? А, едь! Да что с машиной? Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас Гусанёк, Kill Gamer. Old TV, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем здравствуйте, Самутва. Ребята, мы сегодня будем играть очень классную рубрику «Аниматроники пугают охранника». И на очень старой карте, которую мы не записывали 3 года, это разрушенная пиццерия в На 8. Если теперь кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Электричество здесь, видите, замыкает. Очень старая пиццерия. Листья здесь торчат. Все поросло мохом. Так, я пойду пройдусь, пацаны. Не надо, Дим. Я аккуратно, если что, я успею вернуться. Давай. Он идет. Ну хорошо, пацаны. Ой. Сказали осторожно, а сами слились. Да ну. Ребята, ставьте лайкосик и подписывайтесь на канал. Залетайте в наш Дискорд, пообщаемся. Блин, тут аниматроник, нарисованный на игровом автомате, аж испугался. Давайте-ка обратно к нам. Автоматы валяются. Ой, я могу в автомат ныкаться. Здесь пройдемся. Окна забиты. Интересно, тут же на улицу можно выходить, вы помните? Да, ребята. Аниматроник бежит. Бежим. А, я успел, пацаны, я бегу, он сзади меня. Есть, я заныкался. Блин, ребят, это было очень страшно. Это он звуки такие издает, прикольные. Да. Вы тоже их слышите? Да, да. Так, все, пацаны, я пытаюсь аккуратненько выйти. Ой. Блин, он меня увидел. Нифига себе, он здоров, он просто гигантский. Видите, как у него зубы прям в животе, что ли, животом ест. И зубы в крови, вы видели? Да. Так. А вот да, он тут, он не единки. А что это вот эти кнопки означают? Камера, наверное. Тоже камера. Здесь он разбитый монитор. Ну, да, так, давайте поклацаем, посмотрим. Так, пришел. Давайте мы здесь включим. Все, все-таки главный офис-то получше будет. А кто там? О, Фредди пришел. Ну, он вроде добрый. Да, вроде бы добрый. А вы его впустили? Ну, я надеюсь, мы не сильно проиграем. Ой, выключился. Да, что-то у него с энергией не очень. Ну, заброшен.
Ну что-то для заброшенной пиццерии он какой-то новый. Это этот, ой, новенький, он тут тоже состарится. Ой, ой, он разлился. Давайте посмотрим. Все, открывать его нету. Блин, звуки открывания двери просто крутецки сделаны. Так, пацаны, я по вентиляции пройдусь, посмотрю, что здесь вообще происходит. Я на улице. Так, давайте сюда пройдем. О, Дим, я тебя вижу. Ползешь тут. А ты по камере меня видишь? Нет, я на улице. А, это вентиляция на улице выходит? Ха-ха, тут классно сделано. О, я сейчас выйду к тебе, блин. С тобой лезет, Дима, он с тобой лезет. Да, он с тобой. Ты думаешь? Да, я видел его, я его лапой видел. Все, я вышел. Ты где? Давай. Вот, Дима, давай беги сюда. Блин, классно, что уже по улице бегать. Вот сюда, туда можно в лес зайти или нет? Я уже не помню. Нет, нельзя. Можно как-то. Как? Никак нельзя? Только пролететь. Только пролететь. О, вон он, я его вижу. Смотрите, как он по вентиляции ползет. Так, пацаны, пока он там ползет, мы можем вернуться, успеть назад. Бежим, он за нами. Я успеваю. Так. Да сюда, сюда. Ой, я заблудился. Нет. Убил. Да я подался. Так, пацаны, я зашкерился, меня не увидит. Открывай ЛТБ. Просто бежим, он тут. Так, отлично. Интересно, сюда можно попасть? Закрыта вентиляция здесь. Дима, короче, у нас в автомате вот шкурит. Дима, а как мне вернуться назад? А ну никак уже, все. Есть, я вернулся. Давайте почекаем. Прикольно смеется так. Нифига себе, тут электричество балуется, дискотека целая. О, пришел аниматроник поломанный. Где-то его колбасит, пацаны. Что-то аниматронику очень плохо. Все. Бейте его, бей. Бей сильнее, бей ногами. Давай, он не должен отсюда уйти живым. Я бью монтировкой по ногам. Я по голове. Все. Ты никуда не уйдешь, щенок. Все, замочили аниматроника. Куда? Что это с ним? Что ты его колбасит? Ты что, жидкий металл, что ли? Просто растворился в стенку. Смех прикольный у него. Так, все, пацаны, он ушел, давайте открывать. Дима! Да я не знал, что он тут, а! Он нас обманул, это обманщик. Я его вижу, вот он стоит возле камеры. Идет. Фредди с одной рукой поломанной. Так, бежит уже со всей силы. Я вижу его. А уже не вижу. А где он? Да посмотрим. Прикольно, что здесь вместо окна со стеклом просто арматура торчит, швеллера металлические. Я его слышу? Он где-то рядом. Ой! Да, закрывай. По башке мне дверью дало. Хорошо, на этой карте не убивает дверь. Этот Фредди, он сгорел. Блин, какой он стрёмный. Он так хочет к нам сюда зайти и не может. А чё он дрожит? Он боится? Мы можем его через эту штуку побить? Ой, я его бью, пацаны! Давайте, бейте. Ой. Он ушел, обиделся. Так, нет, смотрим по камерам, где он там ходит. Не, Дим, он тут стоит. Он стоит? Да, он невидимкой стоит. Кто ушел? Нет, стоит. Я его вижу, тень. Так. Ой. Блин, испугал меня, ё-моё. Слышь ты, аниматроник, вали отсюда. Всё, уходи отсюда. О, он послушал тебя, видишь? Хорош. Так, если что, пацаны, я успею. Закрывай быстрей! Ё-моё! Ё-моё, он зашел. А он нас не убивает? Где он? А где он? Испарился? А как такое может быть? Он же был здесь. Дима, ты галлюцинация. А он невидимый, наверное. А мы должны тень его видеть, мы тень не видим. Да это было галлюцинация. А что это за глюк, реально? Мы испугались, а его нету. Галлюцинация у твоих, офигеть. А это вообще законно? Не знаю. Сумма пать, ночки сходят. Все, пацаны, нас глючит.
Не надо было сюда идти. Так, ну вроде бы все хорошо. Кого он убил? О. Как он тебя убил? Не знаю. Никого не... А может он тут где-то на полу валяется? Может, посмотри внимательно. Ну тени нет его. А как он на полу может валяться? Не знаю. Как он вообще мог его убить? Это читер. А я говорил, он где-то в этих коробках. Нет. Да не, нету его. Ладно. Ну все хорошо, давайте дверь поклацаем. А, подожди, вот он, я его вижу, тень, вот он, пацаны. Вот. Ну, да как это может быть такое? Он в стенку впитался. Так, давайте камеры поклацаем. Так, что у нас там, ничего нету? Дверь вроде закрывать можно. Ой. Он у нас в кабинете. Ты думаешь, что нет? Он там за дверью. Вот он, тут. Это какой неадекватный. Все, открывайте дверь. Выходим, быстрее. Бегите. На улицу. О, я заныкался. Ах ты, ё-моё, меня ослепили. Обстоятельства. Так, я прячусь. Я спрятался. Ой. Один слился. Нет. Еще один слился. Я живой, пацаны, ура. Накрывай дверь, накрывай. Он меня не найдет. Найдет еще как. Я его слышу, ребята. Я в игровом автомате прячусь. Зачем ты сказал, он сейчас найдет тебя? А тут много автоматов, он меня не найдет. Мне надо на камеру какую-то дверь закрывать. Может. О, вы дверь тут закрыли каким-то образом. Так тут кнопка в офисе есть. Ребята, он возле меня. Он меня не видит, он ушел. Нате вам еще раз. Я живу. Классно. Еще тебе на. Ой. Он ходит возле меня, пацаны, он меня не видит. Он на сцене стоит и стал невидимым. Все, ребята. Вот он стоит, я его вижу, невидимый. Беги в офис. Бегу. Открывай дверь, открывай. Да блин, тут я же забыл, что здесь тупик в этой вентиляции. Есть, я успел. Вводим на эту камеру. Так, давай посмотрим. Вот этими кнопками, да, можно двери всякие закрывать? Это красный. Ага, я понял. О, бабумбой. И ржет стоит, ты нормальный? Он ушел, пацаны. Ой, его на камере видел. Он вентилятор. Где? Отойдите все, отойдите. Блин, я хотел монетку ему в голову стрельнуть. Он идет, я увидел монетку. Так, пацаны, сейчас буду по нему стрелять. Только нас не попади. Не, не буду. Точно? Да, вот именно. Он сзади, Дима, он сзади. Ёк! Извини, обстоятельства. Психичка марионетка пришла. О, это что, закрыть? Давайте будем батареями закрывать. Он тут. Все, отлично, и ведром давай. Чтоб она в ведро головой залезла и не знала, куда дальше идти. Так. Нет, вроде бы она ушла. О, я знаю, какое оружие, ребята, я сейчас возьму. Аниматроса надо закрывать. Все, нам охранникам выдали оружие, которое можно аниматроников ловить. Он в вентиляции, он в вентиляции. Вентиляция? Да. Открой. Ой. Фигово. Не, его не вижу тут нигде у вас. Давай, заходите. Да, давай, захожу. Что это за матрас? О! Калитка-убийца. О! Ой, блин, ой. Камин пригвоздил. Матрас. А где он сейчас приходит? Я вышел на охоту, пацаны, мы его сейчас убьем. Я с тобой. Давай, пошли. Че у нас тут воняет, вонище какое-то идет. А, это канализация.
Так, его здесь нету. А он сытся. Он о, я выключаю свет. Все. Ребята, смотрите, в пиццерии просто темно стало. Вышли на охоту. С помощью фонарика мы ее сейчас вычислим и пригвоздим. И замочим. Будьте я внимательны, слышу. Пацаны. Очень внимательны будьте. Где-то тут, я слышу. Слышите этот звук? Да. Это аниматроник издает? О, еще здесь можно? Офигеть. Так, доламываем, чтобы окна были все открыты. А я, где? Слышите? Да. А он наш офис занял. В смысле? Все, идемте туда, быстрей. А ну, быстро. Он сам себя запер в ловушке, мы его сейчас убьем. Два, один, ты первый, тебя поймал. Я иду. Так, все, пацаны, осторожно. Он в нашем... Все, пригвозденный. Отойди, отойди. Нет, не пригвожденный. Но через вентиляцию лезьте. Он через вентиляцию? Да нет, вроде бы нет. Там, я через вентиляцию пошел. О, давай, я буду прикрывать тебя. Все, все вентиляцию идем, сейчас его будем пригвождать. Ну где-то он тут ходит. Я вот никнейм вижу. Все, пацаны, его пригвоздил. Он пригвожденный. Все, отлично, я его буду пригвождать, он никуда не денется уже. Он убил нашего. Все, надо как-то двери открыть мне. Ай. Открывайте дверь. А где? Ай, блин, зараза, в невидимке нас мочит. Я успею выйти, я успею. Монетка. Ай. Я его пригвоздил еще раз. Все, мега секретное оружие беру. Отойдите все от него. Бежим, 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 бежим. Есть! На. Я убил. Я убил, вот его никнейм валяет. На тебе! А что говорит, говорит, вот. Ребята, напишите в комментариях, кто сегодня победил, аниматроники или охранники. Потому что, мне кажется, аниматроники победили нас. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Нам всем отличного настроения и всем пока!